Семена анемоны Мона Лиза Микс высевают осенью в легкую рыхлую почву. На зиму потребуется укрытие. Весной пикируют и выращивают в полутенистом месте. Цветение наступит через 2-3 года. Снежинкой анемоны стоит подружиться, ведь это высокодекоративный многолетник, растущий на одном месте 4-5 лет. Компактный кустик имеет высоту до 45 см. Цветки на конце стеблей крупные, до 10-12 см в диаметре, очень яркой окраски, красные, розовые, белые, синие, сиреневые, голубые. Анемоны дают стойкую срезку. Они прекрасны и в чистых, и смешанных рабатках. Анемона Мона Лиза Микс – это многолетнее растение высотой 45 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Анемона прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания анемоны прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает анемона Мона Лиза Микс в месяц август-сентябрь. Цветок окрашен в микс цветков яркой окраски цвет. Интересные цветы анемона могут быть до 10-12 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.